Цветочные часы в Анапе – это не просто невероятно красивые, но еще и самые большие часы на всем Черноморском побережье. К ним непременно приходит каждый, кто приезжает на отдых в Анапу. Стоит ввести в поисковую строку запрос «Анапа – интересные места». Цветочные часы окажутся в лидерах среди всех достопримечательностей курорта. Но жители курорта с сожалением наблюдают, что в очередной раз часы отправили на ремонт. Арт-объект разобрали и отправили в часовую мастерскую. Цветочные часы установили в центральной части курорта 11 лет назад. Кроме эстетического удовольствия, часы выполняют и прикладную функцию, показывая точное время. За это отвечал скрытый под часами механизм. Со временем механизм дал сбой. Сотрудники Зеленстроя накануне осмотрели их и поняли, что решить проблему на месте не выйдет. Конструкцию разобрали и отправили в мастерскую. Напомним, еще в начале октября 2017 года знаменитые цветочные часы без стрелок. Их светодиодное покрытие испортилось, и они перестали светиться в темноте. В итоге стрелки отправились на ремонт в Чистополь. И только ближе к лету 2018 года анапчане и гости курорта смогли вновь любоваться ими. Олеся Давыдова, 39-й канал.